Всем привет! Сегодня у меня для вас видео с моими покупками из интернет-магазина Озон. Несмотря на то, что коробка огромная, товаров у меня в ней очень мало, поэтому я думаю, видео будет коротеньким. Желаю вам приятного просмотра. Вытащила товары из коробки и решила, что покажу их так. Здесь у меня три платья, которые, по-моему, от фирмы Отжи. И один продукт – это бытовая химия, детский порошок. Как вы знаете, я сейчас нахожусь в ожидании малыша. И для Артура я покупала точно такой же порошок для того, чтобы перестирать все вещи для встречи с малышом. И уже в последующем пользоваться также порошком. Данный порошок у нас не вызвал с Артуром никакой аллергии, никакого раздражения. Он на основе натурального мыла. И поэтому в этот раз у меня даже не вставал вопрос о том, какой порошок заказывать. Сейчас я его распечатаю и объясню, покажу и расскажу, почему он в таком виде. Все, распаковала только сверху для того, чтобы было видно название порошка. Дальше распаковывать не буду. Объясняю, почему находится этот порошок в пакете. Так хорошо упакован в несколько пленок. Это потому, что когда я делала заказ, там были несколько видов этого порошка, вернее, вид один, просто там можно было купить бракованный, у которого помята коробка, или можно было купить абсолютно не деформированный и никак не поврежденный товар. Я, конечно же, купила тот, который был подешевле, так как для меня особой разницы нет. Помятые углы или что-то как-то потертые они, как бы абсолютно без разницы, потому что на качество продукта это никак не влияет. Тут пишет, что этой коробки хватит на 4 месяца при стирке 3 раза в неделю. Как по факту, с Артуром мне этого порошка вообще хватило на год. Хотя я стирала намного чаще. Очень хороший порошок на основе натурального мыла. И подходит для, как для цветного, так и для белого белья. Если вам интересно, то ссылочку оставлю в описании. Пройдите, посмотрите более подробно. И сами все узнаете. Почему дальше решила не распечатывать, так как, говорю, купила бракованный товар. Вернее, сама знала, что коробка будет повреждена. Я его просто поставлю в шкаф вот в таком виде, чтобы у меня дальше ничего не высыпалось. Поэтому пакетик хочу пока сохранить. Открывается он сверху, как бы тут надрываем. И все, крышечка только открывается. А остальное содержимое все находится внутри. Почему не показываю вам с лицевой стороны? У меня здесь находится адрес, куда заказывали данный стиральный порошок. И так как я заказывала не на свой адрес, то показывать я его вам не буду. Я не думаю, что тот человек захочет, чтобы я его афишировала. Данный порошок концентрированный, и для использования нужно буквально 45 грамм, где-то 30, в зависимости от загрязнения белья. И также не обладает каким-либо ароматом, не имеет какой-либо отдушки. Очень мне понравился. Я это заметила, когда после того, как у нас этот порошок закончился, я начала пользоваться обыкновенными порошками. Я просто задыхалась дома и не могла. Как мне кажется, что цена соответствует качеству. Ну и давайте перейдем, покажу, какие же платьишки я себе заказала. Сразу скажу, что все эти платья я заказывала на добеременный вес. И поэтому крайне надеюсь, что я в них влезу. Но если даже не влезу, мне есть кому их подарить. Платьями Отжи я уже знакома. Качество очень хорошее. У меня есть одно платьишко, которое я сейчас ношу, не снимая. Оно у меня как раз с размером на вырост. А эти я брала тем намеком, что животик у меня уйдет, и я смогу уже носить после беременности. Первое у меня вот такое платьишко. Там было несколько расцветочек. Мне понравился именно вот такой бирюзовый, больше синий-бирюзовой расцветочкой. Что единственное мне, конечно же, не нравилось в этом платье, это то, что у него вот такая спинка. Но цена у него была очень привлекательная, поэтому я не смогла пройти мимо. Там было подобное платье с другой расцветкой, с закрытой спиной, но рукава были фонариками. Рукава фонариками мне очень-очень крайне не хотелось, поэтому я решила, что лучше такая спина, чем рукава фонарики. Здесь у нас рукав, по-моему, 3/4. Эти платья я даже на себя сейчас примерить не могу, они мне просто не лезут. Моя талия сейчас не в самом лучшем виде. Далее, давайте перейдем, покажу остальные два. Второе платье у меня вот в такую полоску. Я еще их даже не доставала, не смотрела. Попросила только сестренку, чтобы она посмотрела эти платья, когда забирала посылочки. Заказывала я на ее адрес, вернее, когда к ней принесли. Я ее попросила, чтобы она посмотрела. И я уже вижу, что это платье в
в отличие от предыдущего, не такое приталенное, более свободное, прямое. Его я, скорее всего, смогу надеть даже сейчас. Если вы хотите посмотреть то, как они будут смотреться в деле, скорее всего, я буду снимать видео на свой бьюти-канал и уже буду его снимать примеркой. Поэтому переходите на мой второй канал, подписывайтесь и ждите, когда-нибудь это видео выйдет. Я так думаю. Ну и давайте перейдем к третьему платью. Покажу, как выглядит оно. Третье платье у меня такое же, как и первое, тоже сильно приталенное. И по качеству они даже похожи друг на дружке. Таки трикотаж более плотный, чем у вот этого в полосочку. Как бы этот трикотаж более эластичный, я имею в виду, а этот менее эластичный. По толщине ткани абсолютно одинаковая. Вот с таким рисунком. Кто-то скажет, что эти платья только можно носить возле дома. Кто-то скажет, что только по дому. Ну, лично мне с ребенком гулять на детской площадке или где-то еще в машине, просто так до магазина прокатиться. Очень нравятся, они очень удобные, не задираются, по крайней мере, то платье, которое есть у меня. После стирки с ним ничего не произошло, оно не село, не полиняло, не вытянулось. Я его уже ношу очень долгое время, поэтому решила себе заказать еще. И также вам скажу спойлер, на данный момент, на сегодняшний день, я заказала себе еще две вещи от Оджи, но уже с магазина Wildberries. Об этом я буду, наверное, показывать уже на своем бьюти-канале в вещевых покупках, так как у меня там всего две вещи, и отдельное видео для них я, скорее всего, снимать не буду. На этом у меня все. Вот такое коротенькое видео у меня было для вас. Ссылочки на все свои товары оставлю в описании. Если вас что-то заинтересовало, можете пройти посмотреть более подробно. Остались вопросы, обязательно пишите. Скажите, пожалуйста, заказывал ли кто-то из вас подобные платья? Нравятся они вам или нет? Возможно, я одна такая, кому нравятся платья от фирмы Оджи, и заказываю их при первой же возможности. А возможно, есть еще такие люди. Всех целую!